Ну и продолжаю знакомить со своей коллекцией афоризмов и цитат, которую я собирал много лет. Если подлость станет равна смерти, то мир, наверное, изменится. Хорошо, когда есть кто-то, кто не врет. Люди, которые дешево продаются, никогда не упустят возможность продать тебя самого. Покупатель всегда прав в своем стремлении избавиться от лишних денег. Следующее лучше зачитать, оно довольно большое. Не верь добру, даже не словам не верь, а поступкам не верь, пока не поймешь, к чему они приводят. Милосердие и прощение, любовь и дружба. Все может быть лучше. Шагни дальше, подумай, к чему приведет доброта, и тогда решай. Каждый в ответе за то, что приходит в мир через лабиринт его души. Вся жизнь состоит из утраченных шансов. Дурными методами выложена дорога в рай. Власть не прощает тех, кто хоть раз попробовал ее обмануть. Не продаются лишь те, кого не покупали. Следующую цитату тоже лучше зачитать. Ты знаешь, чем интеллигент отличается от нормального человека? Чем? Тем, что нормальный человек запивает совершенную подлость стаканом водки, а интеллигент бутылкой. Следующую цитату тоже лучше зачитать. В мирах, где соседствуют, ежечасно соприкасаются десятки, сотни самых разных цивилизаций, монархия выжить не может. Она слишком консервативна, слишком подчинена задаче внутреннего самосохранения, чтобы успешно защищаться от внешней агрессии. Лучший способ вывести противника из равновесия – не реагировать на его оскорбления. Врагов в тылу не оставляют. Любовь стоит смерти. Подлости не стоит даже любовь. Любовь стоит жизни. Следующее тоже лучше зачитаю. Тот, кто тебе действительно нужен, не должен соответствовать твоим понятиям. Он проявится и разрушит все, и будет самим собой, таким, какой есть. И ты будешь любить ее таким. Добро и зло относительно. Все зависит от того, на чьей ты стороне. Когда зло борется со злом, одно из них обычно называют добром. Добро обязательно победит зло и зверски убьют. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.